Я пока продолжу строить. Сюда дошки пропали там. Прям сразу разом? Угу. Сразу разом. Разу с разом. Ничего себе ты зеваешь. Рот широко открыв. Широко открытым ртом. Ой, блин. Широко закрытый рот. Блин, плохо, что здесь... Единственное, что мне в плане интерфейса не очень нравится, то, что ты помещаешь на строку быстрого доступа, на панель быстрого доступа, угу. У тебя исчезает из инвентаря. А, да, у меня такое постоянно было с... Крафтишь, короче, оно не появляется. Да, 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 где, да. Где оно? Ага. Это вообще дичь. Но, с другой стороны, удобнее то, что, ну, не захламляется. То есть, когда ты поместил на панель, потом можно просто кнопкой передать все, там, выбросить мусор. Поэтому, мне кажется, больше плюсов. Все-таки. Что это было? Ну, просто пит захлебнулся чуть-чуть. А, просто такие звуки. Ну, обыкновенные звуки. Как будто индюк орал. Методичность.
Так, почему не варик? Делаешь? Дидди Курсо убиваю. Тебе чем-то помочь? Может быть, только если еще натаскать камня. Камня именно. Камня. Ладно. Все, попробуем. Самое ужасное — это камень. Ну, ладно, я тогда сейчас. Да сейчас сделаю. Возможно, даже не камень, а крафт. Где Дидди Курс? Ой, сейчас я сделаю еще одну эту. Которая маячки чекает. Цементная паста и электроника надо. Два яйца у тебя здесь созревает. Да. А где камень ходит? Я даже его не вижу, где он. Он на берегу, ну, по берегу справа должен ходить. То есть вот по этому берегу. И нету его. Чуть дальше. Может, поломали опять его, этот значок? Может быть, но вот где-то вот, вот по этому берегу, вдоль Динева, я, по крайней мере, так его бросил вчера. Там, в устье, где начинает в гору дорога подниматься, вот это. Опять, походу, раздолбили ему значок. Ну ладно, придется, наверное, клеить не на него, а на птиц. Так, он что-то особо ничего не принес.
Что такое? Что? Ну ты такая. Ну, бей давай, тупой дидикурус. А он... Мне что-то проще стало им самим набить. Он, наверное, когда, это, типа, гуляет, не бьет ничего. Не, он бьет. Не знаю, у меня, блядь, ничего не бьет. Может, он уже там полный? Нет, он пустой. Я его только что выпотрошила и, ну, отослала. Ну, взяла его этим курицей. И он не бьет ничего. У меня вчера бил, но так. А еще как ему бить, например, в правую сторону? То есть он бьет хвостом только влево? В одну та сторону, не знаю. То есть никак он, да, не бьет вправо? Идиот. Блин, я думал, это камни, которые нельзя разбить. Почему нельзя? Не знаю, ну вот я говорю, я думал, что их нельзя разбить. В смысле, нельзя, запрещено или нельзя, они ну, не типа, разбиваются? Ну, типа, да, они не разбиваются. То есть, ну, это текстура. Не интерактивный объект. Я такой вообще классно там рядом с ними построю. А я там разбила, да, камень, который нельзя было разбить? Не-не-не, я думал, что его нельзя было разбить. Они еще, наверное, вырастут. Закончилось. Сделал чуть-чуть потише у себя. Там. А то он там только. Ага, перекрытие больше. А есть.
чего? Да тут одну колонну поставить не могу нормально. Давай. О, я вижу этот момент. Блин. О, ну, блин, 48-й всего лишь. Чё, вылупился? А, всего лишь 48-го бичара. Блин, я ж ловил момент. О, под 47-го, это хорошо. Не понял. Он показывается мне в одном месте, а когда я нажимаю... Блин, не да. Там рядом золотой ящик прилетел. Убил альфа? Да, и мне добавился череп титана. Тиранозавра. Откуда-то. Кого череп? Череп тиранозавра. Мне добавился. А, так ты же убил альфу. В смысле? Я вот стою, строю. Мне тоже. Я ей говорю, ты убил альфу? Я нет. Я просто такая, знаешь, сейчас стою, кормлю, ну, динозавра. Мне бас и прилетает череп динозавра. То же самое, я пытаюсь впихнуть этот столб. Именно такой хоп. Ну это походу этот, какой-то из наших животных убил альфу, альфа-раптора или прочую чепуху, скорее всего. Ну типа, они просто же из нашего племени, вот и убили. Потому что я сейчас динозавров стою, короче, маленьких. Ну вот это же самое. Маленьких. Да. Что тут сказать? Ну наконец-то, блин, 10 минут вот этот стол пытался поставить. Ну здесь просто высота такая, и нужно, чтобы он вниз был, а не вверх. Я, блин, поймать никак не мог. И ты поймал? Поймал. Жесть. Вообще, блин, вот сидел 10 минут, ловил. Да. Так, ты насыпала, да, этого? Кого, корма? Нет, Каунса камня, да. Угу. Чуть-чуть насыпала камня. Спасибо. Будешь крафтить сейчас? Вот, да, вот сейчас. Сейчас приду. Давай, как придешь, скажешь, я пойду покрафчу. Ага.
Ты тут съел скорость для крафта? Пока нет, ну. А, ну потом. Угу. Ага. Сейчас я еще добью камень и приду. Угу. Я просто здесь на берегу камень бью. Все, осталось только здесь впихнуть невпихуемое. Все. Позязя. Да, здесь быстрее получилось. Здесь тоже надо. Говно. Ну как так-то? Так, мне нужно убить вот эту срань. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, на раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Так, 7. Забила дикура. Короче, сотку перекрытия мне нужно сейчас будет сделать. Ага, сейчас несу оставшийся камень, у меня это почти полный дикурус. Да, проще все, конечно, в воде, потому что там хоть побыстрее двигается. Дебил. Только в воде камней не осталось, к сожалению. Ой, я не туда плыву. Беру таблетку одну пока. Блять, я застряла. Что мне теперь делать? А, ну, все. Давай я его подниму. Да я все уже. Какие сложные у тебя махинации. Блять, я теперь не могу отсюда вылезти. Да, лагает. Ёбище, блять. Ладно, давай я его вытащу. На, вытащи это говно ёбаное. Кстати, как пинг у тебя сейчас? 11. Угу. Тяну для парацератерия. Дедикурс камень ест? Я не знаю, нет, он ест обычную еду. Просто он, видишь, под кормушкой, поэтому он цветочки ест, не камень. Камень, блядь, камень ест. Ай, блин. Дикурус ест камень. Так, садись на кого-нибудь.
На кого бы сесть? Села. Сейчас мы еще 4 стака дерева перемолим. Угу. Готово? Да. Я наконец-то избавлюсь от этих придурочных димарфодонов, димитродонов. Постоянно путаю с этим маленьким ручным летающим. Так, мне нужно перекрытие. Так падает, уже 147 накапало. Ну это еще плюс этот дерево сейчас там молится. Солома да нужна. Mm-hmm. Удобно. Так, немножко лестниц.
сразу проверил. Так, сколько мне нужно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Двадцать один. Да, считаю, сколько мне еще рамп понадобится. Ты уже все сделал, да? Почти. Осталось рампу скрафтить. И вот, блин, хрен догадаешься, что лестница превращается в рампу. Я вообще реально случайно узнал, когда хотел лестницу убрать в меню. Просто увидел такой switch to ramp. Угу. Ну, кстати, да. Занятно. Там 10. Главное, там есть одна рампа, ну, типа, просто рампа. Угу. А второй, блин, надо самим, короче, думать. Так, ты еще крафтишь, да? Прямо чуть-чуть осталось. В принципе, все. Могу слезать. Да. Хоть что-нибудь апнулось? Нет. Да у Грифона 128 тысяч. Поэтому, блин, ему очень долго апать. Я сейчас вспоминаю, как мы строили мост. А, да. Он каменный был, да, по-моему, да? Нет, деревянный я строила. Ну, вот если бы мы там сейф бы сразу поставили бы. Что если бы мы... Сейф. А, да. И тут камень, по-моему, мы добывали, я ручками добывал, по-моему. Да, вроде бы. Ну, это была наша первая игра, блин. Что-то просчитался, что ли? В плане еще надо, да?
Раз, еще. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь еще. Восемь. Да, сейчас быстренько скрафчу. Колонн много осталось. Ну ладно. Ничего страшного, еще пригодятся. Пусть тогда здесь будут. Так, тогда я еще вот это сразу заберу. Тогда нужно будет, да, кстати, здесь такие подъемники сделать, ладно? Для Дину. Вот такие рампы. Да, я про, когда про рампы говорил, то я и... Я сначала думал металлический сделать, ну, потому что других рамп дерево ломается. Кстати, его... правильно, что ты здесь немножко воды оставил, чтобы, ну, например, наполнять бутылки? А, ну, я без задней мысли. Угу. Просто я не смог бы сделать ровно. Видишь эти колонны здесь как идут? Ага. Ну и насрать на них. Пофигу, они и так убогие выпирают, так что их ничего не исправит. Что такие, блин, зазоры между этими ступеньками. Ну ладно. В принципе, все. Ну-ка, как это сверху смотрится. А, блин, брат-сестра здесь. А, потому что Диди Крус здесь. Так. Плохо, довольно-таки очень неплохо. Сейчас я еще. Кайф. А квадратная сразу прям выбивается из этого, из... природной стези? Да. Что поделать? Что поделать, города не так строились. Таков путь. Таков путь. Сейчас что-нибудь придумаем еще. Сразу набью камни, наверное.
А ты легендарный этот не надел, Диди Курусу? Нет, еще сейчас надену. Вот единственный у нас с легендарной, блин. А, нет, я перепутала. Это не седло легендарное, это рисунок седла. Чертеж. Да. И что на него нужно? Так, на него нужно. Че? 8500 кожи. 4700 волокна, 600 камня и 200 слитков. Короче, 8500 кожи меня немного пугают. Для Дедикуруса. Для Дедикуруса. А брони сколько дает? Брони дает всего лишь 85. Ну, как бы не всего лишь, естественно, потому что, ну, по нему это будет урон там. Да, это в 4 раза больше, чем простое седло. Да, то есть, как бы урон по нему будет буквально там 1-2 от какого-нибудь кары, ничего. Вот. Не, ну не настолько, наверное, но да. Кстати, по поводу брони. Лозавры какие-то бронированные, потому что у меня мой попуга наносит, ну, примерно плюс-минус по 285 урона. А по лозаврам он процентов на 40 меньше наносит. То, что я к лозаврам подлетела, он у меня попуга там по 170 наносил. То есть, ну, понимаешь, чуть ли не в 2 раза меньше. То есть, лозавры нормальные такие ребята. Поэтому давай ты сейчас придешь, и мы пойдем по лозавров. Давай, я уже хочу пострелять немножко сейчас. Эти есть? Эти самые, еще посмотрим. Да, вроде бы оставались, знаешь сколько? Еще 2 стака ровно есть. Нормально. 203. Поэтому... Это... Блин, мне нужен мелкий корм. Basic кибл из яйца до дошек. А зачем тебе basic? Ну, чтобы были эти киблы всех видов. У меня пока только, ну, эти синие киблы, 75 штук. И superior, благодаря аргентависам, 59. Или не аргентависам. Этим тирексом. Тирексы большие яйца. Не, у тирекса золотой, короче, кибл. Предпоследний уровень. А последний у кого? Последний это типа легендарный кибл. Он туда идут либо золотые яйца Гесперорниса, либо яйки Ютерануса. Не знаю, почему Ютеранусовые яйки туда идут. И остальные они типа Дейнониха, это, ну, Вульгуэра. Каменный Дрейк это Аберрейшн. И Виверны. Яйца виверн, но сам понимаю. Хотя можно воровать их там 5 уровня, все равно виверны 5 уровня не нужны. Я, конечно, понимаю, что ну такое себе воровать яйки виверн для корма, блин. Для корма. Но это. Что не делаешь? Таков а еще у нас. Да, таков путь. А еще у нас 69 биотоксина есть, так что. Может сразу скрафтить эти? Может быть, кстати, попробовать транквилизирующие дротики. И можешь там 60... Сколько на одну надо токсина? 2? 3. 3. Понятно. Как с этой тоник амнезию хочу себе сделать? Я хочу просто избавиться от этих инграмм вонючих. А то, ну, тяжко. А мне... Зесу. Я вот думаю, имеет ли смысл, допустим, в скорость... Качиваться, если можно все время бегать под красной таблеткой. Чё их там, 4 таблетки в час. Ну сколько она? Она час, что ли? Нет, она 15 минут. А они стакаются, интересно, ну-ка. Если, например, сразу там 3 таблетки сожрать, сейчас посмотрю. Просто некоторые, ну, некоторые штуки стакаются. Вот, например, ем 2. Ой. Вот сейчас, смотри, съем одну, съем вторую. Она не естся, да? Нет, не естся. Она не естся просто. Ну, ладно, так периодически подъедать. Потому что... Из холодоса. Ну, сколько это? Так, 1,5, 10. Это, ну, 15. 15 очков высвобождается. Тогда. Да. Да.
Я то, что... Сейчас я... Тебе сделать тоник амнезии? Будешь переделываться? 200 межуберия. 400 межуберия. Так, как будешь готов крафтить эти... ну, тыкалки усыпальные, скажешь. Я пока межуберий наберу. Блин, мне по ходу плантации вообще всех цветов надо будет сажать. Потому что, ну... Короче, впадло набирать. Вот, потом мне проще посадить плантации всех цветов, всех ягод, то есть. Угу. Ну, сколько ты с плантации сразу дофига собираешь за раз? Ну, за раз, если полная плантация, фуловая, я собираю по 3 стака с одной плантации. Не очень-то как бы и дофига, но, в принципе, синие и желтые мне особо не нужны, там буквально по 2 грядки можно. Вот. Нужны межубери в основном. Ну и все остальные, красные, черные, белые. Вот, но красные у меня есть, белые есть. Но белых я побольше бы посадила. Вот. А белые, кроме как понижать? Белые нужно на стимуляторы. Стимуляторы тоже много во всяких рецептах. Вот как, например, в тонике амнезии 72 стимулятора надо. Вот, и плюс белые я использую для этого... Для удобрений мне очень нужно, потому что я скармливаю целыми тоннами этим животным. Ну, голод понижаешь. Да, чтобы они просирались хорошенько. Вот. Потому что для такого огромного количества плантаций придется и огромное количество удобрений делать. Ну, кстати, эти, если бы не было жуков, я не знаю, блин, что же за жизнь была бы тогда. Тогда, ну, скорее всего, невыгодно было бы плантации делать, а просто ходить и собирать этими чувачками. Ну... Потому что, ну, очень тяжко. Ну, ящик с удобрениями буквально там по 3 удобрения делает. А жук... Я сколько закину какашек, столько он удобрений не сделает. Я закину там 100 какашек, 100 удобрений он там не сделает сразу. Еще таких жуков, блин, 500 штук можно наловить. Потому что они маленькие, места мало занимают, ну, как бы, не просят постоянного там пребывания. То есть, как, например, ящик, блин, нужны и солома туда, и постоянно, короче, это, блин, такой геморрой. Даже один ящик, он столько геморрой приносит. Жук болит от него, вот. Хорошо играть на ПВЕ, но тут твоих скорбеев не убьет. Да. Ну, кроме приходящих каких-нибудь. Ну, как с Дедикурусом, просто кого-нибудь рядом посади, ну, точнее, прицепи и все. Хотя Дедикурус сам, на самом деле, постоит за себя. Единственное, он, если его отталкивать кто-нибудь начнет, то... Да. Не, он не постоит, у него удар пока только 90 с чем-то. За него вон брат с сестрой справляются. Ну да, они нормально справляются. Почему толпа здесь? С полезных. Так, ты готов? Да. Так, Дедикурус, давай здесь пока побудь. Я готов. Все, я сижу в крафте. Так, сначала мне нужно будет сами эти скрафтить. Дротики, по-моему, простые. Да, и две штуки. Сначала выучить надо. Дротик тонизирующий. Так, для него нужна пулька винтовки. Пулька винтовки. Тебе тоник делать амнезию? Будешь очки перераспределять? Пока нет, не буду. Ну, я не знаю, мы с тобой как... Я сделаю себе, потому что, во-первых, мне нужна тенграмм. Ты этот... из скорости будешь? Скорость, скорее всего, да. У тебя 136 аж. Ну это с этим, наверное.
Да, это не я делала себе 136. И настолько больной ублюдок. Так, 20 пулек нужно. Я не знаю, я сделаю, посмотрю, если он норм, то... Сделай тогда себе, ну, попробуй, посмотри, как на спидах все время бегать. Ну, на спидах? Ну, там не особо-то и спиды будут. Оденься потеплее, потому что лозавры там, ну, могут в холоде обитать. Я просто сейчас гляну еще раз, где они. Так-то они, в принципе, где угодно. Да, они еще по всей карте ходят. Сейчас еще посмотрю, что они живут. Superior Kibble жрут. Вот ты огненную стрелу делала? Это не я делала, это я нашла в ящике. Ага. В ящике снабжения. Там, потому что для нее тоже этот, скорее всего, нужен. Вот эта балда, которую мы ищем. У нас же ее нет. Пропилен. Вроде так он назывался. Все, я могу слезать, да? Так, я скрафтил дротики. Подожди, сейчас буду теперь крафтить из имбиря. О, у меня грифон лагает, когда заходит. Смотри, вот так он ходит, ну нормально. Хоп, а вот так... А, заходит когда? Да, на плот он почему-то начинает. Ой, как он... Бедный грифон. По 0,02 дают. Очень мало дают, поэтому. Ну. В принципе, ты еще можешь посидеть, я могу полимер еще покрафтить. Или. Зачем нам полимер? Не, пока не надо. Ну просто здесь его дофига. Еще можно сделать, чтобы просто был. Он же долго делается. Так мы пойдем сейчас за лозаврами, нет? Ну да, пойдем. Да нафиг этот полимер, у нас. Либо могу его просто оставить крафтить, он же немного дает. Оставь, только пару стаков обсидиана оставь, мне нужно. А для чего обсидиан еще? Во-первых, мне нужно ножницы чинить мои, которыми я там, состригаю говно с головы. У челика. А то он просто очень долго крафтится. Да я поняла, да. Я знаю. Ну оставь тогда полимеры крафтить, если вдруг срочно понадобится. Вот, ну пару стаков обсидиана засунь в сейф. Все, да, мы можем ехать за... Сейчас только от попуги отвяжу этих лохов. Пару стаков в этом есть.
Да, беру. Ладно, челики растут. Мне нужна винтовка. То почини ее, хорошо? Ну, если она вдруг поломанная. Угу. А то мало ли опять. У нас две винтовки. Так, ну я думаю, нам полстака этих транквилизаторов хватит. Думаешь? 75 штук. Ну, мы же не одного алзавра, как минимум двух. А, М ладно. И Ж. Понял. Все. У меня один жук пропал куда-то. Да, у меня пропал один жук. Еда есть. Где мой жук? Да, короче, куда-то пропал жук один. Не знаю, правда, теперь где он. Его нет. А, нет, подожди, воду. Нашелся. Блин, кинь обещать. Так, стоит арбалет взять или снайперку, как думаешь, с собой таскать? Для самозащиты? Угу. Арбалет или снайперку, я не знаю. Лучше, наверное, арбалет. Он хотя бы легендарный. Ну да, жалко. Один легендарный есть арбалет. Ну вот. Его и бери. Ладно, стрелы в процессе наберутся. А смотри, к этому к ружью, если прицепить снайперский прицел к винтовке, его отцепить можно будет? Отцепить, да, можно. Ну-ка. А, удалить аксессуар. Да, я понял. Блин, так погружать сначала треугольничком, потом. Это ты что крафтишь? Нарко. А, это тогда пусть этот карго качнется. Все, лучше крыло. Так, ну что, пойдем, нет? Сейчас, блин, по 4 дается за нарко. Нифига. Ну, я такой смотрю, такой хоп-хоп-хоп, мне уже 50 опыта. Сейчас хотя бы тогда. За наркотики много дают. Наркотики. Пушка. Ты говоришь, теплый что-нибудь надеть, да? Ну, наверное, да. Ой, мне же надо починить.
еще. Не хватает шкура, волосы, шерсть. А чё, а где все волосы, которые я состригала? Куда они делись? Ты выкинул все? Я из верстака не выкидывал. Наверное, у тебя все на починку и ушло. Так нет. Ого. Я только сейчас первый раз ремонтирую. Что делаешь? 11 опыта за ремонт дали. Одной шмотки. А где? В этом, в сейфе, посмотри. Я только что смотрела, нету. Волосы все, которые я состригала, где они, блин? Там их дохренище было, пара стаков. Именно состригала? Да, волосы, с себя и с тебя. Нет, я их не трогал. Но здесь точно нет. Только куда они делись-то? Ты, наверное, выкинула? Да не выкидывала там ничего. Нет, ничего нет нигде. Их нет. Ну ладно. Просто их там стака два было, цель не больше. Ну, может, я тоже когда чинил, они потратились. А, ты чинил? Может быть. Ну, это было недавно. Ну. Ладно, пойдем. Давай. А то, блин, никогда не уйдем. Все, я под тобой. Теперь их надо искать. Сначала полетим вот сюда. Ого, на таком расстоянии даже опыт до сих пор дают. До сих пор дают опыт. Нормально. Mm. Ладно. Или это ты у себя в кармане что-то крафтишь? Нет, ничего не делаю. До сих пор? Нифига, у меня уже плод скрылся, его нет. А до сих пор опыт дает. Может, что-то лагнуло, и у меня попуга будет бесконечно опыт получать. Ну тут уже явно больше 100 метров. А что ты крафтишь там? Я ничего не крафтю. Не, а что пишется? Получено группового опыта Юби 0.28. 0.28 это за полимер дает. А, это полимер все еще, точно. Мне кажется, у попуги что-то лагнуло, потому что здесь уже 300 метров. Может, так всегда здесь расстояние не зависит? Нет, расстояние всегда зависит. Там от 100, до 100 метров дают... О, мясо вернулся. Где он был? Мне нужно мясо. Сейчас я его... Так, отцепись. Ой, отцепись. Так, мясо. Все пусть здесь летает. Он, походу, где-то потерялся и... Так, у нас это звонок прозвенел. Да? Ну, давай хотя бы просто уже не приземлиться пока.